Раз, два, и три, и четыре. Раз, два, и четыре. Воп-воп, ты так красиво. Воп-воп, удаляюсь с архива. Я любуюсь тобой, ты же дива. С какого-то фильма. Я с тобой так хочу сфотаться. Надеюсь, у меня получится. Но ты не моя, и я мучаюсь. Это любовь, самообман. И до утра я буду пьян. Виски, наркоз и в облака. Ты не моя, ты не моя. Это любовь, самообман. И до утра я буду пьян. Виски, наркоз и в облака. Ты не моя, ты не моя. Так, ребята, короче, жесткий дождь на улице Лили. Амир сказал, что он любит погулять под дождем. Мы решили исполнить его мечту. Я ему предложила вообще выйти из машины и погулять, но я подумала, что это чутка грубо. А еще, ребята, это, наверное, последняя съемка, так как на улице дождь и камера под водой. Я же тебе сказал, мне надо зайти в мармелад. Вы не против, я не ревизор с вас. Снимать меня нельзя, я не давала отвала. Нет, мы... Я его снимаю. Вы не против, вы сразу, я не давала отвала. Камеру вырубай. Мы поснимали тикток с кайфом. Ставим лайк. Искупались. Ну, вообще вайбинг был, мне понравилось. Да. Не, неудобно, конечно, но... Не, вообще, на самом деле, типа, прям реально вайб был. Да. Мы еще танцевали это. Ты была моя девочка, танцевала. Моя девочка, Софи. Теперь мы зашли покушать. Сейчас мы будем, мы в чайхане, мы сейчас будем пить горячий чай, кушать борсоки, лагман, манты. Итак, как тебе босо, лагман? Ой, вкусный лагман, мне понравился. Я последний... Лагман был вкусный. Третий раз подряд я всегда беру лагман в чайханах всяких. Александра, как вы думаете, у меня есть шанс выиграть какую-нибудь одну тарелку? Вы ответили большой. Да, большой шанс? Очень большой шанс. Вы уверены? Да. Вы хоть знаете меня вообще? Вы верите ей? Она говорит, что она меня знает. А я что-то вот не уверен. Воп-воп, ты так красиво. Воп-воп, удаляюсь с архива. Я любуюсь с тобой, ты же дива. С какого-то фильма. Я с тобой так хочу сфотаться. Надеюсь, у меня получится. Но ты не моя, и я мучаюсь. Это любовь, самообман. И до утра я буду пьян. Виски, наркоз и в облака. Ты не моя, ты не моя. Это любовь, самообман. И до утра я буду пьян. Виски, наркоз и в облака. Ты не моя, ты не моя. Ой, классно, я ни разу не запнулась. Че, ребят, хоть похлопаем Алексу. А теперь сами себе. На следующее утро. Окей, всем доброе утро. Сегодня уже настал день премии, так что едем собираться. Я как будто бы простыл немного, и такое дурацкое ощущение, вообще очень прибитое состояние. Хочется спать дико, хочется выиграть все тарелки. Но больше всего хочется увидеться с вами. Расскажи про свой образ сегодня. Что на тебе? Долго ли готовился, долго выбирал? Готовился на самом деле очень долго, очень упорно, очень много сил потратил. Я очень долго готовился, это правда. И
Все прям с нуля составлял, рисовал, шили. На заказ сделал? Да, на заказ. Угу. Сколько потратили? Не, я не скажу, это секрет. Хорошо. Да, зачем? Про деньги зачем? Расскажи, пользуешься ли ты доставкой, сервисом доставки еды? Ну, бывает периодически-то. А что обычно заказываешь? Я заказываю лагман, плов, манты. Ага. За кого болеешь? За Golden State Warriors. На премию не забывай. А? Я ни за кого не болею, на самом деле. Я за дружбу. Все достойные наград своих. Да. Я немного не ожидал вас просто резко так подойти. У меня в голове другие сейчас мысли. Вот, ну ладно. Мне тебя пожалуйста. Спасибо. Так, поехали. Это что за тяги? Это что за брюки? А это кто ты? Короче, я не знаю, что происходит, но я чуть-чуть нервничаю такой, да. Такой момент есть у меня. Hello, everyone. Здравствуйте, я впервые. Выложите меня в интернет, пожалуйста. Скажи, зачем ты это сделал? И кто тебе это сделал? Кто? Я сам. Ты сам? Ну ты же пошел в парикмахерскую. Ну ладно. Сколько стоит твоя стрижка? Бесплатно. Всегда хотел задать вопрос о миру. Тебя кто-нибудь говорил со мной? Нет. Кто-нибудь говорил тебе, что типа... Типа подошел такой, о, Акмаль, привет, а так? Да. Нет. А у меня такое бывает. Серьезно? У меня такое бывает, и очень часто ко мне в каком-то городе недавно, короче, подходит женщина и говорит, вот этот трек у тебя, это любовь, такой классный, говорит. Так, я говорю, спасибо. Ты же помнишь, записывал, мы же видео с тобой выкладывали. Мы кавер-то записывали, но люди реально, понимаешь, думают, что это я. Вот у меня вопрос, тебя никогда не путали со мной? Мы спрашивали только на интервью, а вот такого вот, не было, чтобы подходили. Вот у меня тоже постоянно спрашивают. Но теперь вопросов будет еще больше, еще в любом больше, случае. Да. Прекрасно. Может быть, песочки уберем? Может быть. Уже что нам терять уже, правильно? Тебя, получается, никогда не путали с Акмалом? Нет. Как думаешь, почему его с тобой путают, его с тобой, а тебя с ним нет? Ну, можно ответить смешно, а можно сказать, я не знаю. Вы смешно. Просто он на меня похож. Короче, уже красную дорожку отходили. Вот этому молодому господину Баскову я на ногу наступил. Почетно наступил ему на ногу, не специально, извинился. Он сказал, ничего страшного, подумаешь, наступил на ногу легенде. Я говорю, базара нет. Сейчас мы пойдем к следующей легенде. Университетской легенде. Привет, ну что там, Амирчика уже ждем, да? Где же этот Амирчик? А, вот же он. А, нет, это не Амирчик, но может уже погас. Пойдем, сейчас находимся на премии, и очень много томных, серьезных лиц. А мы на энтузиазме. Здравствуйте, приветствую. Ты прям очень Амир. Красив. Да, мы, да, вчера очень с тобой приятно. Виделись. Ты очень классный. И если ты победишь, мы будем сильно рады. Ты спасибо. Реально прорыв. Поверь. Спасибо большое, спасибо. Либо кавер, либо прорыв должен забрать. Спасибо большое, очень приятно. О как. Я засмущался, честно. Я вообще не знаю, что сказать. Я влог снимаю просто. Первый вопрос, как зовут этого красавчика? Давай, Леон. Леон? А я Амир, очень приятно. Ты Саша. Знаешь Амирчика песню? Да. Да? Какую песню ты знаешь мою? Самая твоя любимая это... Как это поет? Ой, одна, вот это. Вы будете петь трек, по-моему, вот этот. Пятница, да, называется? Да, 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 да. Волнуешься? Мне кажется, ты уже столько этот выступал. Не, именно переживаю на... Да, и РУ-ТВ, и жару. Да. Я очень хочу тарелку теперь получить. Очень хочу. Не, мне кажется, должно перепасть. Ну, я до конца не понимаю, как многие попали в прорыв. Ну, многие артисты есть там прям сильно уже такие гастролирующие. Но это... Сейчас я бы на самом деле больше претендовал именно, мое мнение, не на прорыв, а на кавер. Кавер крутой. Я не считаю себя прорывом именно мне этого. Мне кажется, года. По каверам вы будете вот с Holiday Boy, Океан, либо вот твой. Музыка – наша путеводная звезда. Я не знаю, как, но мне кажется, то, что есть шанс собрать сегодня тарелку. Чувствую. Поколение. Чувствую.
вангую, прорыв прямо передо мной сидит. Прорыв года! Внимание, экран! И прорывом года у нас становится Холиный бой. Я ее сказал. Я не планировал, я не ожидал, честно говоря. Все так говорят. Так она выглядит. Спасибо большое, на самом деле, все, кто слушает мои песни. В номинации «Лучшая кавер-версия» представлены «Инстасамка» и «Лолита», «Баста», «Максим», «Леша Свик», «Замок из дождя», «Амирчик», «Розовый вечер». Никита и Дима Билан, Зиверт и Термейтс, «Твори добро», «Холидей бой», «Океаны», Люся Чеботина, «Императрица». Лучшая кавер-версия «Инстасамка» и «Лолита». Лучшая кавер-версия. Завтра вас аплодисментами. Поздравляю, ребята, я вам хочу сказать, что вот именно эта тарелка, это целиком Дашина заслуга. Потому что это ее любимый трек, когда она была совсем маленькой. Она пела эту песню. Спасибо, бро. И поцелуй это для Даши. А где Даша-то? Малика, как дела? Hello, влог. У меня все супер. Надеюсь, у вас тоже. Она очень просила, чтобы я продолжил снимать влог. А то я начал и закончил. Ну да, начато, надо продолжать. Пацаны, передайте привет моим подписчикам. Всем привет. Все пацаны, все девчата, всем приветик огромный. Я пацанов мало дал. Пацанов, вам двоим пацанам привет. Девчата, дайте мне тоже пацаны. На нашей сцене новые российские звезды. Акулечки, молодой плату, Галина и Марк. А, прям сейчас мы начинаем пробовать? 5 утра и Амирчи! Для с архива, я любуюсь тобой, ты же дива. С какого-то фильма. Я с тобой так хочу сфотаться. Надеюсь, у меня получится. Но ты не моя, и я мучаюсь. Это любовь, самообман. И до утра я буду пьян. Я не ошиблась, это было круто. Девчат, ну как вы? Огонь! Супер! А чё такие унылые? Ну-ка. Я только что вам кружочек записывал. Так приятно, что единственные, кому артисту кричали, это были вы, в плане для меня. Уж аж у самой сердце бьется. Не, ребят, спасибо вам большое. Пойдемте все обниматься. Я вас всех очень сильно люблю. Мы тебя тоже Даша любим. Даша не перепала. Обнимай девчонок, я передам тебе энергию свою все равно. Какую песню споем в этот раз? Давайте. Это любовь. Я бы тоже... Не поверил глазам, те, которые не замечают сквозь всеми. Кто подарит свою любовь, кто подарит свое тепло. Сантиметров 5 секунд, скорость твоего. Совокупность векторов, не разных методов. Мне так приятно, честно. Мы так кричали, ты слышал? Вы так подготовились, все одного цвета футболки одели. Бейджики у вас у всех. Охренеть. Всем салют, объектив на связи. Вроде Babyface, но мне наш папа. Дэнка года, легенда фанов, кудрявый парень, чувство магии. Я здесь скажу спасибо за демку. За все мои демки в наследство пройдет время. Эй, они подрастут и будут слушать все демки снова. Это любовь. Е-май, так как вы это делаете? Вы треки пишете еще для меня? Мы придумываем. Блин. Ты в нас сомневаешься. Вы вдохновляете меня, ребят. Буду чаще прямо эфира. Обязательно по прилету прямой эфир сделаю, пообщаемся. Все заходите, что у вас. Я вас люблю! Сейчас. Вы видите мой флаг, это не потому, что я самовлюбленный. Кое-кто там, да. А потому, что у меня самый лучший фан-клуб.
Короче, всем привет. Премия закончилась. Я не взял ни одной тарелки. Но зато мы очень круто выступили со всей танцевальной командой. И Нара очень круто держалась на самом деле. Я переживал то, что она будет тоже очень сильно нервничать, там как-то мешкаться и там косячить, короче. Но я танцевала круче меня. Хочу выразить огромную благодарность хореографу Алексу Киму и всем девчонкам-танцовщицам, которые приняли участие и очень круто меня тоже поддержали. И Наре огромное спасибо за то, что я согласилась. Горжочек приехал. Мат-та. Горжочек мой, горжочек. Сейчас будем горжочек. Типа, герой, ой, это киши, типа, королюшут? Да, да, да. Горшочек, да? Как вальяжно, папа лежит. Слава вальяжно. Приехал, турпосик мой. Наконец-то, да? Наконец-то, блин. Ты что-то похудел. В прошлый раз ты здоровее был. Нет, я просто подстригся же вчера. Нет. Привет всем подписчикам снова. На связи Амерчик и Мухтаржанчик. Можете еще раз что-нибудь пожелать моим зрителям, как в том видеоблоге. Всем зрителям желаем успехов, процветания и хорошего настроения. Это все для вас. Итак, пока у меня еще до конца окончательно не села камера, прямо сейчас закидываю вам вьетнамские флешбеки, точнее, нарынские флешбеки из прошлого влога. Снова дома, снова Бешбармак. Ну, уже от него дыма нету, правда, как от того. Вы скучали по мне? Хотя бы чуть-чуть. Конечно. Нет. Что за глупые вопросы? А? Мама, вы знаете, что я не получил ни одну тарелку на премиум СТВ? Вот тебе компенсация, две тарелки. Вот это хорошо было. Короче, я не получил ни одной тарелки на премиум СТВ, и все, конечно, я бы хотел бы сказать, что честно, но какая разница, если у меня целых две тарелки дома? Две тарелки лучше любых наград. Вот такая тарелка гораздо круче. Все артисты. А самое главное, что? Не тарелка, а то, что тебя любят фанаты, то, что они тебя поддерживают, то, что они тебя уважают. Как это мило! Амирчик Тим Форевер! Напишите в комментариях, кто пробовал Бешбармак. Если никто не пробовал Бешбармак, то вы не видели жизни. Ну, не тренируйте же, да? Да. Уже все равно рука забывает. Это надо вырезать. Во! Видишь, как защищаться надо? Да. Всем доброй ночи. Сейчас 4 утра. Вкратце показываю, что ко мне приехало. Приехала посылка. Вот такой вот огромный пакет, чтобы понимали, насколько тут много вещей. Вот такой вот размер. 12 килограмм вещей посылка. Короче, нормально пошопились так. Анпакинг показывать не буду, потому что 4 утра я уже буду спать. Но в процессе потом покажу, какие там вещи. Вещи очень крутые и очень стильные. Так что всем доброй ночи. Ребят, всем салют. Вот пришли, короче, сейчас в парк. У нас такая несанкционированная фан-встреча с небольшим узким кругом фанатов. Короче, на самом деле я никогда такого не делал. Я очень сильно переживаю сейчас, что будет происходить. Я даже не представляю, что примерно будет. Но очень надеюсь, что все будет нормально. Слово будет раз 50 сказал. Честно, очень переживаю. Вот на сцену, когда выхожу, там многотысячная публика, так не переживаю. Ну что, пойдемте? Damn, girl, посмотрите, что сейчас будет происходить. Как приятно, я не могу. Всем привет! Всем еще раз привет! Рад всех приветствовать! Я немножечко в шоке, я очень сильно переживаю. Я никогда не устраивал никаких подобных фан-встреч, всяких там мероприятий и так далее. Поэтому я сам на самом деле переживаю очень сильно. Сразу отвечу на вопрос, хоть и никто не задал, почему именно, типа, хотел не больше 50 человек, чтобы, ну, им ответили мои друзья в телеграм-канале, чтобы пришли на фан-встречу. Почему мини-фан-встреча? Потому что в целях безопасности
Я очень сильно переживал то, что если я в открытую сразу за сутки сделаю, то человек 500, минимум 1000 соберется, короче, и у нас будет с вами огромнейший кипиш, там давка, будут драться, ругаться, а мы, ребята, добрые, дружные, самым шустрым дал возможность залететь быстро в телеграм-канал и написать, что они придут. Сейчас представьте, что у вас есть возможность прямо вот напрямую задать любой вопрос, который вас интересует. Почти что на все, что вы зададите, я отвечу в рамках того, что на что хватит фантазии. Мы тебя ждали. Я тоже, честно, я очень переживал, чтобы все прошло хорошо. У кого есть вопрос, поднимайте ручки. Я сейчас чуть вот так сюда встану, чтобы... У кого первый вопрос? Давай, ты первая подняла руку. Будет ли что? Большой концерт в Бишкеке? Сольный? Кто был на сольнике 21 октября? Я была. Вы все были или нет? Кого не было на сольнике 21 октября? Очень долго мешкался, переживал, делать ли в этом году, ну то есть в новом году, еще раз сольный концерт в Бишкеке. Да! Вот. Мы ждем, давай. Можно подарок сделать? Подарок? Да. Подарки в кон... Да, давайте, ладно. Большой подарок. Первый подарочек. За то, что Амирчик прославляет Кыргызстан, да? За твое сердце, за то, что ты такой красавчик. Короче, Амирчик мне недавно помог, просто суперски помог, реально. Классный парень, не спал всю ночь для того, чтобы это сделать. Это между нами, да? Ну, тебе спасибо за то, что ты прославляешь Кыргызстан, за то, что ты такой молодец, за то, что ты всегда говоришь там, я люблю Бишкек, я люблю Кыргызстан, там. Люди бывают разные, и порой бывает так, что с продюсерами они разговаривают по-другому, ну, то есть договариваются по-другому. Но ты смог, ты проделал этот труд, ты поднялся из простого парня, надо признать правду, ты из простой семьи, из простой парень, который сейчас гремишь на весь мир. Давай, Амирчик, тебе удачи, ты красавчик. Рахман. Ты же Галпаса, если можно будет, да? Рахман, да. Давай. Рахман. О, я себя теперь чувствую этот кыргызским человеком-пауком. У меня типа униформа раскрылась. Ты знаешь, улетаю прочь. Если хочешь, можешь сесть на самолет. Ты меня заводишь на расстоянии, даже без своих касаний. Раз, два, три. Мам, привет! Это любовь. И до ты не моя. А я чё? А я тебе. Все твои слова улетают никуда. Ну а я тебе. Просто довела, ой, просто довела. С ураном явно. Итак, видео подошло к концу, и так как я задушил уже своего гуся, мы хотим сказать вам всем огромное спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вы будете ждать моих новых роликов. Мне очень нравится снимать видеовлог, для меня это новая некая отдушина. У меня сегодня с формулировкой, конечно же, трабл жесткий, но надеюсь, мне удалось вам показать всю внутрянку, как артисты готовятся к концертам, что происходит за кадром моими глазами. Хотелось вам передать вот такую вот атмосферу. Как вы могли догадаться, 20 октября, в день моего рождения, когда мне исполнится 21 год, я хочу сделать сольный концерт в Бишкеке на родине в Кыргызстане. Жду, приглашаю всех абсолютно моих зрителей, моих слушателей, подписчиков. Я вас всех, друзья, приглашаю. Каждого, кто посмотрел это видео, особенно 20 октября, Кыргызстан, Бишкек, сольный концерт Амирчика, еще и в день рождения. Зовите всех друзей, подруг. Но вопрос, где, в какое время и что вас ждет?
пока что все я вам разглашать не буду, просто скажу то, что я хочу организовать концерт в день своего рождения в Бишкеке. С вашей стороны хотелось бы, чтобы вы проявили немножечко терпения и следили просто за моими соцсетями, где будет вся подробная информация постоянно появляться. И в первую очередь, если вы хотите попасть на мой концерт в вашем городе, следите за подробностями на сайте amirchik.com. А я, в свою очередь, пойду спать, чтобы на следующий день снова попробовать порадовать вас контентом и новой хорошей музыкой. Если вы ложитесь спать, то вам спокойной ночи. Если вы только что проснулись, у вас утро, то доброе утро, подъем, давай-ка делать дела и с улыбкой вперед. На этом видеоролик подошел к концу. Ставьте пальчики вверх, ставьте колокольчики, репостите, делитесь с друзьями этим видеороликом. Пусть получает заряд бодрости и позитива, а мы с Гусем пойдем спать. Bye-bye.